Книга «Открытым оком», том 2, тема «Природа», вопрос 875. Недавно поступило сообщение, что источник около тюрьмы стали засыпать шлаком и мусором. Нужно ли нам всем принять какие-то меры по этому поводу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Принято решение на этом месте расстрела монахинь построить часовню и якобы на средства городской администрации. И какое-то участие в этом принимает даже местное КГБ. Место-то пустынное, темное, будет постоянно оскверняться. С обратной стороны от тюрьмы в лесу установлен мемориальный камень на месте массовых захоронений жертв коммунистов-людоедов. Считаю, что этого вполне достаточно. А чтобы не завалили источник, вверху нужно поставить крепкий забор и более ничего. Строительство часовен и храмов можно вести только тогда, когда в данной местности уже образована живая община истинных христиан, и у них достаточно средств, чтобы построить место для моления. Все остальные уже построенные огромные храмы – просто дань моде на сегодняшний день. Они пустые, согласно слову Христа. Дом ваш пуст, и только великие праздники шумная толпа наполняет их. Заботьтесь о том, чтобы ежедневные грехи не завалили наши души. Ежедневно читайте Слово Божие, отгребайтесь общепринятых суждений, веяний времени. В душе должен быть воистину храм Бога живого. Земля трепещет и сверкая, катится гром из края в край, то Божий глаз гремит, взывая: «Израиль, мой народ, внимай! Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день и ночь огни горят. Чему мне ваших храмов своды, бездушный камень, прах земной? Я создал землю, создал воды, и небо очертил рукой. Чему мне злато, вглубь земную, в утробу века вечных скал? Я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл. Чему курение предо мною, земля со всех концов своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов? Чему огни? Не яль светила зажег над вашей головой? Не яль, как искры из горнила, бросая звезды в мрак ночной? Твой скуден дар есть дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Ты с ним явись и примиренный, и все дары твои я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата и верный мне всегда, везде. Сборник духовных песен.